Короче, мы на ней Спартак. Сейчас удалил камеру Яне. В прошлом году выиграла конкурс, и Яночин для вас будет делать сюжет. Поэтому ставьте лайки. Да? Красава, на, держи. Все, смотри, там, короче. Молодец, девчонка. Репетируешь? Репетирую. Ходишь? Скажу. Хорошо там? Репетирую. А еще что скажешь? Ничего, это очень много нервов. Нервничаешь? Чуть-чуть. Не парься, я с тобой. Мы с ней. А сейчас мы уже... Я запорола кадр. А сейчас мы с вами подойдем к одному из наших зрителей, который пришел раньше всех. Привет, Роман, за кого болеете? Кто снимает? Дневник? Дневник фаната? Друзья, ну, во-первых, мы в таком очень классном месте. Прям тут. Но дело не в этом. Если кто-то смотрел прошлый год, когда я победила в финале, была еще одна прекрасная девушка, которая сегодня с нами, Валерия. Как дела? Отлично. Есть фавориты, как я говорю, тебя? Сейчас, например, нет, пока не знаю. Фаворитов пока нет, к сожалению. Будешь по факту думать? Да. Но я тебя тогда потом спрошу, оправдалось ли ожидание и реальность? Хорошо. Девчонки? Ой, парни, ребята! Черт! Сегодня помимо Валерии пришла еще одна финалистка конкурса «Спартак Мисс 2017». Даша приехала из Твери. Помимо того, что она приехала из Твери, она приехала с ребеночком, представляете? А! Это крутяк такой вообще. Это же ты нет. Андрей, можно снимать? На стадионе? Не против? У-ху. На стадионе, сын. Какие ожидания? Ждем красивого финала. Привет. Давай, кто красивые и веселые? Друзья, помимо того, что сегодня дофига конкурсанты, сегодня здесь... А чё ты меня... Он спецово это сделал! Оксана, а он и так, посмотри, слегка... Давай ему еще что-то. Это ты? Это была ты? Да. Оксана, передай привет нашим подписчикам, нашим зрителям. Что привет, ты можешь сделать? Братчики, у нас только все начинается, поэтому о чем-то говорить вообще рано. Я думаю, что сегодня будет очень горячо, очень много красивых женщин. Конечно же, я их видела уже. Более того, я видела их платья. Дорогие друзья, сейчас вообще жесть будет. Сейчас я вам такое покажу. Здравствуйте! Можно я с вами сниму, пожалуйста? Давай. Прикол! Вы знаете, кто это? Кто? Лев не Лещенко. Лев? Нет. Ленин? Ну да, похож. Вот. Это... Расскажи что-нибудь, я растерялась. По поводу... Ты видел участниц? Знаешь, кто я? Ну, это... А я знаешь, кто? Участница? Логично. Я мисс Спартак 2017. Меня не было тогда. Тогда не знаю. Ну, знаешь, передай девчонкам... Кто выиграет, скажи, ты молодец. Ты молодец, ну не знаю, кто еще выиграет, но ты молодец. Ты молодец. Ты рада? Да, я очень рада. Спартак, 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 Спарт
Что за пушка? Наша волшебная палочка, это практически пена на самом деле. Второй микрофончик. Ребят, давайте вы поближе все подойдете к нам. Не бойтесь, мы не кусаемся. И сегодня самое мирное событие. Еще и громче можно, конечно, сделать на музычку. И еще громче. Давай.